запрет всем это обучение фокусу тогда внутрь. Так как уж, наверное, догадались, для него потребуется 4 карты, а не 3. И это действительно 2 обычные тройки и туз. И другие тройки и туз не совсем обычно, а двухсторонние. То есть с одной стороны тройка, с другой стороны туз. И тут тоже с одной стороны туз, с другой стороны тройка. И обычные тузы тройка из колоды мальчиков. Любого цвета, естественно, красного или синего. Итак, подготовка к фокусу. Перед началом, перед показом фокуса, вы должны взять обычную тройку, сверху положить обычного туза, и сверху положить двустороннюю тройку, вот с тройкой вверх. Вот так вот. Вот так вот, чтобы было. И вот это вот все так вот закрыть и положить в левый карман. Он будет не знать, что это левый карман. А эту карту вторую, тройкой внаружи, кладем в правый карман. Он будет не знать, что это правый карман. Вот. Потом, когда мы делаем фокус, достаем из кармана вот эту вот пачку из 3 карт, да? Вот от перевашиваем, показываем зрителю, да? 3 обычные карты. Берем тройку и туза, два перевашиваем, кладем сюда, или совсем переворачиваем. Когда перевашиваем, вот так вот, эту карту несем сюда, а эту вот сюда. И кладем. Зритель думает, что здесь у нас тройка, хотя здесь у нас тоже туз. Эту тройку мы кладем сверху. Потом мы говорим, что среднего туза положим на стол. Хотя, что среднюю тройку положим на стол, хотя здесь туз. Показываем здесь тройку и туз, вот так вот кладем тройку на туза, и тоже так вот переворачиваем. И говорим, что туза положим сюда, хотя здесь тройка. Кладем туза вот сюда. Ну, впрочем, где туз? Зритель скажет, туз здесь. Мы показываем, говорим, нет, здесь тройка, а туз у нас вот здесь. Потом приложим карту в такое положение, чтобы у сторонней карты была в середине. Тройка вверх. Хватаем туза и тройку. Когда мы переворачиваем, мы говорим, что кладем тройку сюда, хотя на самом деле кладем туза. У нас остается туза тройка. Мы вот так вот кладем туза на тройку, переворачиваем и спрашиваем, где туз? Зритель говорит, что он здесь. Мы говорим, нет, здесь у нас тройка. Туз вот здесь. Потом говорим, что туза мы кладем в карман. И кладем его в любой карман. Главное, чтобы не запутаться, какая карта, это или это. Ну, для доступа положим в левый карман. Пока что есть обычно 2 тройки, да? Хотя знаю, где двусторонние. И положим их так, чтобы сторонняя оказалась внизу. Вот. Потом незаметно вот перевернем его так, чтобы тузом оказался вверх. Вот так. Говорит, сейчас достанем из кармана туза, а на самом деле достанем двустороннюю тройку. Положим его вот сюда. Скажем, что туз освободит тройку, потому что он вот здесь. Потом поставим их вот такое вот положение, чтобы... вот двойные тройки туза оказались слева, а обычная тройка вот здесь. Возьмем тройку и туза, вот так перевернем тоже. Используем, что здесь? Три скажет, здесь туз. Покажем, здесь тоже тройка. Достанем из кармана туза. Вот покажем, что скапан еще в порядке. Вот так вот перевернем, положим сюда уже туза. Если должен положить тройку. А тройку мы берем в карман. Положим якобы тройку посередине, стукнем по ней, скажем, она считает тузом. Каждый есть туз. Берем туза и тройку, тоже там переворачиваем, смотрим, что здесь. Здесь будет тройка. Мы говорим, нет, здесь тоже туз. Эту тройку мы возьмем посередине. Тоже берем вот так вот туза и тройку, переворачиваем. Спрашиваем, что есть. Здесь будет, что есть тройка. Хотим мы говорим, нет, здесь тоже туз. Вот так вот у нас получилось. И одна карта, тройку в новом, стала в кармане. И здесь туда здесь. Спасибо за внимание. Ставьте плюсы. Всем пока.